Всем привет! Сегодня в нашем обзоре недавняя новинка от L'Oréal – кушан. Если первый вопрос, который у вас возник, как правильно кушан или кушон, то правильно и так. Можно даже кашин, если очень хочется. Начнем с упаковки. Она чем-то напоминает пудреницу, все то же зеркальце и спонжик внутри, только вместо пудры пропитанная тональным средством губка. Это, по сути, главная отличительная черта кушона. Легко касаемся спонжиком средства, и вуаля, тональник готов к нанесению. Еще один плюс такой упаковки, ее удобно брать с собой на работу, в поездку, и она даже в сумочку на свидание поместится. В общем, кушон идеален для моментов, когда буквально на ходу хочется освежиться, подправить макияж, так сказать, припудрить носик. Пользоваться упаковкой очень приятно. Ее удобно открывать, закрывать и держать в руках. У меня комбинированная кожа, поэтому я расскажу свои ощущения именно с точки зрения этого типа. Кушан по своей консистенции очень нежный. Это легкая вуаль, которая буквально за пару минут преображает лицо, делает его отдохнувшим. Наносим средства похлопывающими, надавливающими движениями. Опять-таки, назвать продукт экономичным я не могу. Мне для того, чтобы покрыть все лицо, требуется от 5 нажатий на губку. А учитывая, что во время работы и после работы хочется поскорее скрыть часы сидения за компьютером, кушан тратится довольно быстро. Прежде чем отдать свое сердце этому продукту, нужно понять, какие цели вы перед ним ставите. Кушан не матирует, а наоборот придает лицу естественный чуть влажный блеск. Поэтому если ваша кожа сама по себе жирная, без пудры поверх кушона вам никак не обойтись. Если на лице имеются явные высыпания или следы от постакне, в пару к кушону вам понадобится грамотный консилер. Но если же вы ярая любительница тренда Gym Skin, кожа, которая блестит будто только после спортзала, равных кушону не будет. Вы будете каждый раз смотреть на свое посвежевшее лицо в зеркало и радоваться как ребенок. С мелкими прыщиками и небольшими высыпаниями средство справится на ура. Кушон идеальный вариант на весну и раннее лето, не сильно жаркое, когда душа требует минимум макияжа, а кожа после солнца впитывает шикарно любое средство. Кстати, о составе. Кушон имеет SPF фактор 29, так что станет отличным компаньоном на лето. Кушан идеальный вариант на каждый день, так как не перегружает кожу и не сушит ее. Кожа с ним комфортна как никогда. Если говорить о стойкости, то 8-часовой рабочий день продукт выдерживает. Не забываем, что кожа это орган, она тоже работает целый день. Поэтому большего, чем стойкость в 8 часов, мы от кушона и требовать не смеем. Если это видео вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. А в комментариях пишите честный обзор, на какое средство вы хотели бы видеть следующим на нашем канале в разделе обзор. Всем любви и настоящего весеннего тепла. Пока-пока. А у нас готовы результаты последнего конкурса. Поздравляем очаровательную девушку Аню Донец с победой. Именно она получает 2 крема израильского бренда Кристина. Дневной крем с пробиотическим действием и омолаживающий крем для зоны вокруг глаз. Наш менеджер обязательно с вами свяжется в течение нескольких дней для уточнения всех деталей. Всем остальным огромное спасибо за участие. В следующем видео с косметологом мы выберем самые интересные вопросы и еще раз по ним пройдемся. А также ответим на вопрос победительницы о средствах и ингредиентах в них, которые помогут избавиться от черных точек. Всем удачи и любви!